Дождались. В Сургуте запустили движение по перекрытому участку дороги на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет Победы. Его закрыли 4 месяца назад, в июле, чтобы завершить строительство новой трассы, ведущей к Университетской. Однако в ходе выполнения работ подрядчик столкнулся с неучтенными сетями. На перепроектирование и обустройство тепло- и водоснабжения ушло много времени. Потому ввод новой дороги в эксплуатацию вновь отложили. А все силы бросили на то, чтобы успеть открыть перекресток. 3 ноября это было сделано. На участке появились 2 полосы для движения, по одной в каждую сторону. Островки безопасности для пешеходов, заработали светофоры и освещение. Будущим летом пересечение дорог полностью закрывать не будут, но частично движение все же ограничат. На участке осталось уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также подвести к перекрестку новую дорогу. Машины по новому отрезку улицы Маяковского поедут не раньше августа будущего года.